Ребята, всем привет, всем доброе утро. Все, короче, вернулись мы с Катюхой, прям с корабля на бал. И сразу прям, короче, обзорчик быстрее пилить. Значит, блин, тяжко разговаривать, лучше в пятницу не пить, конечно. Не представляю, как вот если Нинка с Вабадом, когда поддают, иногда потом они на это сидят за столом, на камеру вещают. Тяжко, тяжко, ладно. А, кстати, между делом, сейчас начнем. Это сделал вчера, короче, там, когда отдыхали этого, кабана там пальнули, ну, там, еще до нас. Вот, готовили вчера байду, вот угостил бы сейчас Нинку с Вовуськой. Ладно, ребята, значит, с чего начинается сегодняшний обзор? Обзор с того, что вот самое главное у кого как. Кто-то проснул зуб, почистил там на рынке, туда-сюда, по магазинам. Значит, у нас тут, у наших ребят, у Нинки и Вовусика, открытие харчевни, да. Ну, вот харчевня, знаете, такая, это не от слова, не от слова там какая-то харча, там, да, не подумайте вообще такие гадости, не то. Это от слова, знаете, типа паб, типа кафе, ну, столовая, закусочная и прочее. Раньше такие были эти харчевни, где суп харчо подавали, наверное, так. Да, значит, открытие харчевни, тут прям Нинка прям, ну, знаете, на кухне стоит, прям, как всегда, это завтрак-обед, в кавычках, ужин, да. И котлеты там какие-то с утра, и туда-сюда. Ой, ладно, не могу исправить. Не могу, извиняюсь. Ну ладно, значит, готовка еды идет полным ходом. Тут обсуждение насущных проблем. Это, ну, то есть, какие проблемы? Проблемы, в принципе, такие колоссальные, глобальные. Это купить еды, сходить в магазин, квитанция платить. Потом что там еще? Ну и как между делом день рождения у Вовановой мамы. Поздравляем, отдельное поздравление, это за сына, да, надо, ну, как бы, сказать спасибо, погордиться и все прочее. Ладно, ребята, значит, наш главный герой, ну, как бы, герой Вован, да, там где-то ходит, сначала, знаете, такая дверь закрыта, туда-сюда, я поначалу думаю, что хоть такое, где Вован, где, куда он подевался, может быть, там плохо ему, там, человеку, там, да, или туда-сюда живот болит, да, Ван говорит, типа, от грибов, возможно, да, и тут же живот болит, я не знаю, он дальше не смотрел серии, что там дальше было, небось, наготовила грибов, и он уже, наверное, сточил их, ну, ладно, ну, знаете, как вот Нинка зовет, знаете, как вот, типа, иди сюда, сынок, помоги, порежь маме салатик, там, да, а мама тебе за это iPhone купит 13-й, там, да, это, а будешь себя плохо вести, мама тебе не купит телефончик. Ну, так, в принципе, когда вот это, знаете, когда компьютеры пошли, и было лет сколько, не знаю, там, 6-7, там, обычно мама не говорила, там, ну, а я, там, многих, там, детей, там, да, типа, будешь хорошо уже, там, учиться в школе, там, получишь, там, компьютер, там, неплохо, не получишь, там, да, а тут, в принципе, салатик порезал, iPhone получил, там, да, ну, ладно. Как бы это, у каждого свое дело. К тому же помогать надо Нине. Потому что, как бы, еще квитанции платить. А после такого сложного дела, оплаты квитанции, еще надо отдохнуть, поспать. Ну, как все, как полагается, да, ну ладно. Главное вот в этом, во всем, вот этой, как бы, мубанге, завтраке-обеде, самое интересное было, знаете что, вот эти высказывания Нинок были по поводу, ну, как бы, соцопроса, не знаю, как это проводила, как это пограмотнее назвать, про то, что, значит, как она говорила, если Вован смеется при ответе, значит, что он врет, да. И, значит, как она начала говорить, там, ты любишь, не любишь меня, есть ли там у тебя женщина, нет, и вот этот вопрос там был, ответ про что-то там 5 сантиметров, тут я тут не понял, за счет там были шуты, о чем она тогда говорила, там вообще, это вообще о чем не пойму, вообще вот это ни грамм не пойму, если вот вам это более известная информация, пишите в комментариях, ну и какие-то там еще, куда-то там Нина щипала, Вована за какие-то места, там, да, это куда-то лезло, Вовану все это не нравилось, вот прям такая тема была, прям такая животрепещущая, да, все, фу. Все, ребят, на этой теме прям закончу, пишите комментарии по этому поводу, покажи, что думаете. А я, короче, недолго, не солоно, не гадано, или как там такая поговорка, да, пойду, короче, вот эту кутью делать, этого кабанчика. Короче, овощи вот так вчера я резал, ну, я как главный шеф-повар, я там вчера все это в этом, не мангале, как в казанке все это хреначил. О, нормально, пережарил чуть-чуть, ну нормально, всем понравилось. Ладно, ребята, будем с вами прощаться, спасибо за просмотр, лайки, комментарии, подписочка, все как обычно, с вами был Егор Павлович Княжин, всем до новых встреч, всем пока.